Всем здравствуйте! Сегодня у нас мега большая закупка, но здесь не будет мяса, здесь не будет какой-то одежды, здесь будет только все по минимуму. Но сумма получилась очень приличная. Была я в трех магазинах: в Светофоре, в Фикс Прайсе и в Пятерочке. Вот это первая закупка была Пятерочка. Значит, что мы купили? Купили зеленый лук. У меня он почему-то не растет. Буду делать окрошку. 3-4 луковицы. Цены я не буду называть, я потом лучше покажу чек. Значит, господи, что это? На ровном месте редиска. Здесь чабата, свежий хлебушек, Пятерочки взяли. Бананы, яблоки сезона, они по 89 рублей, недорогие. Это кошачий корм для наших кисок. Ну, к нам приходит еще рыжик, мы его тоже подкармливаем. По 27 рублей он был по акции, поэтому купили. Здесь, значит, упаковки 2 сосисок. У меня супруг кушает на завтрак. Они тоже были по акции. Здесь 2 упаковочки роллов. Сроки годности хорошие. То есть, мы хотим попробовать. Здесь, значит, тоже из хлеба булочных. Это круассаны. Внутри с начинкой такой. Кремовый, очень вкусный, кстати. Так, сыр. Не помню, сколько стоило. В общем, сыр упаковочка. 2 упаковочки масла. Одну будем кушать, одну уберу в морозилочку. 10 яиц. Категория нулевой. Значит, горчичка. Нужно будет окрошечку добавлять. Значит, здесь 2 лаваша. Они однолистные. Ну, то есть по одному листочку здесь. Недорого они стоили. Уберу их в морозилочку. И потом достану. Просто разморожу их в холодильнике. И, пожалуйста, треугольнички. Там, хоть с крабовой палочки, хоть с сыром, с зеленью. Ну, да, как угодно. Это купила соль. Скоро пора будет заготовок. Каменная соль, 2 пачки. Так, и, значит, здесь по водичке. Вот такой взяли квас. Это муромские холодильники. Ой, какой же он вкусный, друзья. Это живой квас. Очень вкусный. Значит, здесь, правда, затесалась вот эта бутылка сюда. Это было в Светофоре. Мы купили 13 бутылок вот таких. Они по 3,5 литра. Вот таких вот. Прям вот 13 бутылок. Ну, то есть запас такой, чтобы хорошая крошечку. Да и так попить вообще, я думаю, долго будет. Вот. Пятерочки взяли вот такой вот липецкий бювет. Значит, это газированная водичка минеральная. 6 штук. Дальше здесь немножечко бытовой. Тут, значит, капсулы для стирки, для автомата, для цветной. Тоже была на нее акция, поэтому купили. Тут всего 10 штук. Ну, в общем, пока хватит. Так, здесь вот супруг себе увидел следочки вот такие вот, носочки. Вот, белорусские. Вот взял себе 2 штучки таких. Недорого они стоили. Это для посуды средства мыть. И вот такую берем для посудомоечной машины. Здесь 60 штук была. Очень выгодная цена на нее, поэтому вот купили. Вот. Это все, что было в Пятерочке, не считая вот этого кваса. Квас это был в Светофоре. Здесь был магазин Светофор. Здесь, значит, купили мы наволочки на резинке. Это 100% хлопок на маленькую кровать на 160 на 200. Да, плюс 23 сантиметра. Вот, тут, значит, у меня 3 штуки и 1 двуспалка. Здесь 160, ой, 180 на 200. Так, значит, еще купили вот такие 2 кружки. Очень такие кружки. Это керамика. В общем, такие кружки приличные. В общем, супруг захотел, поэтому, ну, не стало. Такие вот они симпатичные. Большой объем, наверное, здесь больше, наверное, ну, миллилитров 550-600, не больше. Просто без очков. Ну, сейчас и скажу. В общем, 480, почти пол-литра. Вот такая кружечка. Дальше здесь купили. Это бекон сырокопченый. Вот такой кусочек. Ну, а 272 рубля. Ну, недорого, я считаю. Это приправа цыпленок табака по-грузински. Не знаю, первый раз пробуем вот эту приправку. В общем, посмотрим, как она на вкус будет. Так, дальше. Здесь вот у меня контейнер. Здесь 5 штук контейнеров. Они вот, вот такие вот небольшие. Сколько здесь объем-то? Сейчас
литра 50 объем. В общем, буду заморозку делать, оно мне пригодится. В общем, контейнеров мало не бывает. Здесь мыло земляничное и хвойное. Фикс-прайс я еще набрала мыло. В процессе покажу. Значит, здесь для стирки капсулы универсальные. В общем, попробовала. Это белорусское производство, поэтому решила попробовать, что они себе представляют. А вдруг ничего. Вот это ополаскиватель. Очень вкусно пахнет. Посмотрим его в действии. Мне кажется, жидковато, но посмотрим, короче. Еще взяли здесь на кассе были вот эти вот орешки от Мартина. Пусть будут. Горчичку взяли, вот эту зернистую. Соусы добавлять и вообще. Ну, вот это я про квас говорила, это было тоже в Светофоре. И вот эти вот чипсы. Супруг купил себе побаловаться с пивом. Ну, не могу ничего сказать. Взял и взял. Сейчас я это все уберу и покажу покупочки с фикс-прайс. Открыла я вот эту простынь. Мне очень интересно. Очень плотная. Такая плотная ткань. Это 100% хлопок. Очень мне, кстати, понравилось. Вот. Посмотрим, как оно будет в деле. Прям плотный-плотный хлопок такой. Стоили они по 391 рублю. Там, с копейками. И еще просто приехали, убрала в холодильник. Еще вот купили массу творожную с изюмом. Меня любит супруг. Я такие вещи не ем. Не люблю изюм вообще. В общем... Вот. Недорого стоило, кстати. Такой объем у него хороший. Так, и остался вот магазин Fix Price. Купила тут по мелочам. Значит, что здесь купила? Значит, вот этот вот дезодорант Камой очень вкусно пахнет. Попробовала персонально вот этот вот шампунь. Я, конечно, ни разу не брала коллагеновый. Вот, попробую. Он для всех типов волос. В общем, интересная штука. Состав хороший. Вот. И, значит, к нему купила вот этот ополаскиватель. Для волос это турецкий. Тоже очень вкусно пахнет. В общем, попробуем. Потом поделюсь, скажу. Дальше здесь тоже набрала мыло, потому что первым была в фикс-прайсе, а потом уже в Светофоре получилось, что мы набрали мыло. Но оно лишним не бывает. Значит, Факс, вот этот вот роза-пион, очень вкусно пахнет. И две упаковочки, это тоже турецкая. Кстати, пахнет великолепно, просто очень пахнет вкусно. Значит, как всегда, беру салфетки вот эти бактериальные. Ну, так вы знаете, нужно когда протереть там унитазе что-нибудь, унитаз, ну, крышечку, то есть хотя бы вот... Какая-то мелкий уход для гигиены. Ну, в общем, дальше купила вот такой вот цветок. Ну, это так, композиция. Люблю я искусственные цветы. Поставлю красивый горшочек. Будет очень... Будем что-то снимать. И это будет как бы украшать. Симпатично очень. И вот такое тоже украшение. Мне очень оно нравится. С лавандой. Вот прям вот, ну, очень красиво. Все так в пределах... сумма, поэтому давно я смотрела, присматривалась, ну, в этот раз не удержалась, купила. Дальше купила вот такие вот две бульонницы. Вот. Хочу поменять. Хотя бы себе что-то, какую-то посуду надоело. То есть оно такое хорошее. Вот, объемом. Так, дальше купила губку. Вот тут упаковочка 5 штук, 59 рублей, по-моему, чуть не очень дорого стоила. Потом, значит, вот купила вот такую пенку для умывания. Вот, вот с такой вот щеточкой очищающей. Тоже ни разу не брала. Органия. В общем, попробуем, как оно в действии. Видите, удаляет макияж, очищает поры кожи, увлажняет, обладает противовоспалительным эффектом. В общем, попробовала. Ну, в общем, мне понравилось. Так, дальше купила опрыскиватель. Вот такой вот пульверизатор. Нужно мне для цветов. Ну, он вообще всегда входит там пыль вытирать и так далее. Потом ароматизатор. Вот такой, тоже все приглядывалось, смотрела. Вот, там надо пленочку защитно открыть. Такое очень красивое и приятно очень пахнет. Это у нас, по-моему, роза. Да, это с запахом розы. Очень такая интересная штука. Так, здесь всегда беру фольгу. Очень большая такая упаковочка. Извиняюсь, там мне супруг спит. И вот две вот такие декоративные веточки. Это... тоже делать какую-то композицию, одна посветлее чуть-чуть, другая такая темная. Тоже давно приглядывалась, как-то на нее не попадала. Такие они объемистые, то есть прям веточка такая хорошая. Вот, в общем, вот такие у меня были покупочки.
Я поделилась с вами своими покупочками. Где-то обошлось мне в районе 10 тысяч. Даже, может быть, чуть-чуть поменьше. Вот. В общем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Забыла показать вам чек. Это магазин «Пятерочка». В общем, вот такие вот цены. Это светофор. Тоже вот такие вот цены. В общем, мне казалось бы, это тоже недорого. Но сумма получилась внушительная. Потому что кваса получилось у нас много. 13 бутылок. Ну вот как бы все. Всем пока. Чек из фикс прайса не нашла. Потеряла. Там я потратила 1500.